Еженедельно на дорогах Бреста случаются дорожно-транспортные происшествия, в которых есть пострадавшие, есть трагические исходы без очевидцев. В этом году произошло 73 аварии с пострадавшими, 7 человек погибло. Чтобы разобраться в обстоятельствах, на помощь правоохранительным органам приходят специалисты Государственного комитета судебных экспертиз. Специализируются в данном достаточно сложном направлении эксперты автотехники. Часть исследований проходит на штрафстоянке в Бресте. Она находится в микрорайоне Плоска. Штрафстоянка для задержанного автомобили никогда не пустуют. Сегодня здесь находятся десятки поврежденных автомобилей. Часть из них ремонту не подлежит. Дорога часто непредсказуема. В любой момент может произойти авария. В лучшем случае можно отделаться небольшой потертостью краски или сломанным бампером. Куда трагичнее, если автомобиль становится похожим на сплошную груду металла. Только за 2 месяца этого года в Управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области выполнено 102 автотехнические экспертизы. В 2019-м всего было сделано свыше 650. На основании следовой информации, зафиксированной на месте происшествия, следов на проезжей части, мы определяем скорость движения автомобиля перед столкновением или в момент столкновения, скорость движения мотоцикла, если он ехал, тормозил, упал, допустим, направление движения. Вся работа непростая. Нужны спецпознания, ошибаться эксперту нельзя, от этого зависит судьба человека. Эксперты автотехники работают и денно, и ночно. Выезжают на ДТП с погибшими и пострадавшими, на резонансные аварии, а также в случаях, если водитель скрылся с места происшествия. В наборе специальных инструментов эксперты автотехника – криминалистические рулетки, фонарики, технический бароскоп, напоминающий медицинский эндоскоп. С его помощью можно заглянуть внутрь сложного механизма автомобиля. Кстати, зная диаметр колес и расстояние между ними, можно установить тип и марку автомобиля. Автомобиль скрылся с места происшествия. На место происшествия обязательно выезжает эксперт-автотехник. Значит, проводится осмотр места происшествия с фиксацией следовой информации, собираются все улики для поиска автомобилей, причастных к дорожно-транспортному происшествию. Скорость движения, маневры транспортных средств, параметры тормозного и остановочного пути – все это фиксируют эксперты автотехники. Также определяется техническая возможность для водителя предотвратить наезд на пешехода либо столкновение авто. Окончательный вердикт эксперт выносит в течение 30 дней. Виктория Нечаева, Павел Малашонок, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.